Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал Elda Game. Первые взгляды на новинки игровой индустрии, различные обзоры, истории видеоигр и также видео по суперпредложениям магазина Эльдорадо. Все это и не только ты найдешь на канале Elda Game. Так что заходи и смело подписывайся, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем WWE 2K16, и у нас сегодня первый бой против Дольфа Зиглера. Многие постоянно спрашивают, на какой сложности я играю. Я играю, всегда говорил, что играю на стандартной нормальной сложности. Многие просили повысить, я поднял на одну сложность, не знаю, как у меня будет получаться, потому что я, повторюсь, я играю на обычной сложности, потому что не профи WWE, я никому ничего не доказываю, играю в свое удовольствие. Мой канал не посвящен одному рестлингу, поэтому я не стремлюсь здесь показывать какие-то мега-бои на супер-ультра-хардкоре. Я играю просто в свое удовольствие, потому что если я буду играть на более тяжелом уровне, мне придется задрачивать больше в игру, а времени на это просто нет. И также на канале полно других проектов, на которые тоже нужны силы, время и, собственно, каждую игру задрачивать. Ну, мне это просто не нужно. Ну что ж, первый бой против Дольфа Зиглера. У нас приближается WrestleMania. Ну и полетели. Отлично. Сразу коленом влетаем в Дольфа. И хорошо вот так вот. Давай, Дольфи. Вставай. Полетели в угол. Вот так вот. Вот сволочь, реверсировал, да? Не-не-не-не-не-не. Не надо так. Еще разочек коленом. Здорово. Реверсировал. Ну я же успел, да? Хе-хе-хе. И теперь давай, вертолетик. Дольфи, только не тошни. Так, поднимаем его. Попробуем снова в угол. Ага. Все-таки реверсировал. Слишком быстро. Опа-па. Нет. Вот так вот. Вот так вот. Так, опа-па, нифига себе. Шустро он реверсировал. Да-да-да. Воу. Круто, круто. Слишком поздно. Не тут-то было. На. На. Так. Да ты офигел, реверсируешь все, что можешь. Окей. У нас такие пухлые ножки, оказывается. Здорово. Отлично. Вот так вот. Поехали. Пять. Шесть. Семь. Давай, давай. Сигничер пока заряжаем. Понятно, он успеет. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, вот это неплохо. А теперь опасность. Не тут-то было, дружище. И сигничер. Поехали. Здорово. Так, поднимаем его. И наш новый финишер. О да, деточка. Хорошо его впечатали. Макушкой в ринг. Раз. Два. Нет. Ну, понятное дело. Кто захочет сдаваться? Так, можно еще разочек его. Нет, все-таки реверсировал. Зиглер, давай-ка не это. Ну какое удержание, ну ты че? Слишком ты захотел. После одного реверса завалить нас не тут-то было. На. Ага, так значит, да? Ладно, хорошо. Ну-ка, поднимай свою задницу. Так. И снова реверс. Шустрый какой, а. Есть. Кстати, у него скоро сигничер, надо поаккуратней. На. Да снова реверсировал. Реально запарил. Он этот прием постоянно реверсирует. Ох ты. Столкнулись прям. Так, сейчас нужно... Есть. Отлично. Так, у нас, кстати, еще один сигничер, который он реверсировал. Ух ты, блин. Вот это шустро. А, он решил просто на ринг залезть. А, там Лана делает свое дело. Отлично. Давай, залезай наверх. Залезай. Сейчас мы с тобой полетаем. Зиглер, ты же любишь прыжки. Вот и полетели. Отлично. У него, кстати, красная голова. Надо бы разбить ее окончательно. Но опять реверс. И неужели он сейчас опять будет пинить? О, черт. Ха-ха, не тут-то было. Мы реверсировали его финишер. Так. Хорошо, накопили. Поднимаем его. Еще один финишер. Еще один финишер, и он сляжет, я уверен. Давай. Пока, Адольф Зиглер. Ну, пин. Давай. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Есть. Фух. Ну что, я надеюсь, ребят, первый бой вам понравился. Мы повысили сложность, и стало поинтересней. Теперь нам дают сопротивление наши противники гораздо лучше. Ну что это? Дольф Зиглер. О, снова. Да. Новое сообщение от Triple H. Прямо перед WrestleMania. Дольф Зиглер. Наш бывший командный партнер. Кейн и Биг Шоу. И мы одни.
Сейчас нас уработают. Может быть, Стинг нам поможет? Да, Стинг и бейсбольные биты. Поехали. Адольф Зиглер... Сет Роллинс сразу начинает убегать. После того, как Кейн и Биг Шоу получили битой по чешке. Так, ну мы снова не выполнили задание. Давайте поговорим о Стинге. Стинг. Давайте вот так. That doesn't happen too often. It's one of those things that inspires me to fight harder. Knowing... Ладно, ладно, давайте, поехали. Все, все, давайте, следующее. Там осталось, по-моему, если я не ошибаюсь, последняя неделя до WrestleMania-то. Странно, конечно, что Сет Роллинс остается нашим партнером, но по сюжету, по игре, по задумке он постоянно выходит теперь против нас. То есть он остался нашим партнером здесь вот, в описании, но... И вот мы с ним повышаемся, смотрите, ну это бред, мы пошли на восьмом месте уже. А по сути командных боев с ним у нас больше не было. То есть, считай, мы тащим нашу команду. Давайте смотреть, что там было дальше. Рэнди Ортон против Шеймоса. Да, у нас SmackDown и потом WrestleMania. Снова Крис Джерика. С ним уже встречались в прошлый раз. И встречались, по-моему, даже дважды. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет сейчас. Итак, оба бойца уже на ринге. Выходит Крис Джерика. Мы уже его здесь ждем. Ну и погнали. Сразу коленом. Хорошо. And will like never before. This is about being the best. Ух ты! Сразу реверсировал, да? Не-не, Джерика, так не пойдет. Ох, хорошо. На! Так, удастся ударить его по лицу коленом? Мой любимый удар, вот серьезно. А я слишком быстро. Есть. Хорошо. И немножко полетаем. Устроим ему тошнотик. Хорошо. Так, сейчас от по лицу, да, здорово. Вставай, Джерика. Пошли в угол. Опа-па, нифига себе. Вот это реверс. Like I said before, Jericho has done it all in this industry. Heck, I wouldn't be surprised if one day he finagles his way into a Divas title reign. Wow! Well, we're on the move here. Oh, he missed. Oh, nobody home that time. Так, отлично. По лицу ему. Да. О да, детка, рок-н-ролл. Пускай залезает сюда. Вот это я задержал, конечно, с издевкой. И тут же получили за это. Ай-яй-яй, слишком быстро, не получилось. Ну ладно, пока держимся нормально. Ну снова слишком быстро. Там вообще было непонятно, в какой момент. Надо нажать. Сравнялись мы с Джерика примерно по ХП. Снова я опаздываю.
facial reconstructive surgery. I know you don't like to talk about your facial reconstructive surgery. На. Отлично. Yeah, and you know, from our vantage point, that looked like it could have some lasting effects. Поехали. Ах ты. Ха-ха, нет. Дружище, нет. Будем реверсировать так же, как и ты. За ногу. Только не реверсируй. Только не реверсируй. Отлично. И по лицу. Реверс. Понятно. Опа, нифига себе. Какой ты шустрый. Но у нас есть сигничер. Так что сейчас надо попытаться провести. Но для начала хотя бы встать. Джерико на канатах. Слишком быстро. Давай, давай, Джерико, молодец. О, встал, отлично. People have been wanting to see these guys go at it for a long time, and by the sound of this crowd, I think they're getting what they wanted. Yeah. Well, Michael, и вот так вот. Вставай. И сигнатурку. Есть. К2. Финишер. Только не реверсируй его. Отлично. Поехали. Опа. Вбиваем. Вбиваем его лицом в ринг. Но, конечно, это не конец еще. Джерико реверсировал. Есть. Давайте его тоже попробуем кинуть, как и Дольфа Зиглера в прошлый раз. Забираемся на третий канат. И опрокидываем его. Отлично. Так, успеть ему. О, да. Здорово. Еще разочек. Хорошо. И третий раз получится. Да, лицо разбито. Реверсировал. Не-не-не, ты чё, парень? Лежать. И снова реверс с разбитой башкой. Посмотрите, что он вытворяет. Ох, хорошо. А вот теперь можно и попробовать запинить. Хорошо реверсировали. Раз. Два. Нет. Хорошо, тогда сигнатурку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было опасно. Черт. It's hard to win matches when you can't breathe. What an assault. This type of attack takes things to a completely different level. Есть. Вырвались, и сейчас финишер. Но у нас силы нет. Нету тонуса. Полетай. А мы пока накопим тонус. Давай, давай, Джерико. Поднимай задницу. Есть. Все, сейчас, я думаю, мы сможем запинить его. Ну? Давай, судья. Раз. Два. Три. Есть. Ну, на второй финишер они ложатся нормально. Ну и что, друзья? WrestleMania. Так, снова мы не проходим никакое задание от руководства, но мы идем на WrestleMania. На которой пока я не знаю, что нас вообще будет ждать. Кто-то говорил, что будет бой
мы в паре со Стингом против Сета Роллинса и Трипл Эйч. Но сейчас посмотрим, что нас будет ждать. Все-таки командные бои с небольшими такими лагами игры мне не очень нравятся. Иногда бывает из-за тупняка можно проиграть. Ну что, смотрим. WrestleMania. Это будет что-то интересное. Да, да. Были правы, бой 2 на 2. Стинг и мы против Сета Роллинса и Трипл Эйч. Давайте посмотрим все бои. Командные бои. Ага. Дэниел Брайан против Биг Шоу. Бой четырехсторонний. Невилл, Рэнди Ортон, Шеймус и Рок. Матч с тройной угрозой Джерика, Бу, Даллас и Брок Леснер. Матч Battle Royal. Ага, обычный матч. И, ну, смотрите, тут еще он Роман Рейнс против Русева. Поехали, ребят. Tonight, this is it. A clash between WWE superstars on a collision course. It all ends tonight. Сегодня все решится в этом матче на WrestleMania. Но у нас есть еще Лана, которая может нам в любой момент помочь. А у меня прям руки чешутся отомстить Triple H. Помните, когда у нас был бой с Triple H и с Сетом Роллинсом в команде? Triple H постоянно не хотел передавать нам эстафету боя и постоянно отказывался. Вот за это он точно получит по лицу. Лично от моего персонажа. Ну и Стинг со своей бейсбольной битой, я думаю, тоже не останется в стороне. Надеюсь, главное, чтобы Кейн и Биг Шоу не пришли на помощь. Поехали. Сет Роллинс выходит на ринг. Также выходит Трипл Эйч. Бойцы готовы. И тут же получает Сет Роллинс по лицу. Ох, ох, Сет Роллинс-то как шустро. Поехали. Отлично. Пошел вон отсюда. Есть. Uh-oh. What are we gonna see here? Oh, you can't. Да я ухожу. Я ухожу, ухожу. Wow, that overhand punch started down behind his feet and just kept coming. Man, that came out of left field. Look out. Talk about sending a message. What power, what a slam, what damage. Yeah, that sent a message, all right. Message of pain. Triple H вышел на ринг и сразу начинает избивать Стинга. Но Стинг молодец, красавчик. Ну давай, так, передай мне. Where the mere mention of his name invokes visions of history. His greatest moment in WWE lore might just... Давай, Стинг, давай, не сдавайся. Where he, along with the Undertaker and Shawn Michaels... Реверсировал, молодец. И снова, снова реверс от Triple H. I get chills just thinking about it. Man, I do too. And you know, Michael, when you think about it, all the great moments, all the history this man has made, all of them that I've called as a... Что-то пока Стинг как-то... Сдает позиции. Отлично, молодец, Стинг. Молодец. Мордуй его, давай. Отлично, молодец. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было больно. И тут Лана. Давай, Стинг, из-под тишка. Красавчик. Но снова Трипл Эйч реверсирует.
Looks like somebody wants back in this match. Стинга пока урабатывает очень люто. И неплохо было бы, конечно, чтобы Стинг передал нам. Отлично, Стинг, красавчик. И давай, 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 иди, иди. Давай. Есть. Здорово. Реверс. Я понял. Лежать. И один из моих любимых ударов, который он реверсировал. Сволочуга. Да вы офигели, что ли? Ну-ка, пошел вон отсюда. Сидит он тут в углу. Давай. Оу, е! Так. Реверс, я понял, хорошо. Больно, больно, пока они нас разматывают. Зажали ироды. Слишком поздно. Застрял у них в углу. Пытался я дать Сету Роллинсу, когда он выходил. При этом меня зажал Трипл Эйдж. А вот сейчас опасно. Сейчас, ребята, опасно. Снова я опоздал. Вот что не умею реверсировать, так это когда с прыжка идут. На. Отлично. Здорово. Ну вот сейчас-то получится, нет? Снова реверсировал этот удар. Ну что ты будешь делать? Надо сигнатурку ему проводить. Есть. Отлично. Здорово. Ждем его на финишер. Ох ты ж, сволочуга. Так, на болевой. Вот это... Не-не-не, мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Поехали! Ну-ка, давай. На угол. Пойдем, пойдем туда, в уголок Стинга. Слишком они шустрые такие. Да я же успел дать так, нет? Ну ладно. И что, он реверсировал? Сволочуга. И снова, вот что это? Удар ногой куда-то непонятно. Ох, на колено нас взяли. Да, надо передавать эстафету. Передавать так нашему партнеру. На! Отлично. Поехали. Да что ты творишь? Слезь. А знаете что? Я пока думаю, можно сделать так.
WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble. Heck, he won matches when we did In Your House. But look at the damage Triple H did to his opponents when he was in that Elimination Chamber. Man, just unreal. They got it! А чё, дисквалификация? Понятно, из-за того, что я взял стул. Ну, здорово. Да, не ожидал я такой подставы. Я думал, судья на нас даже не смотрел, пока мы сейчас стульчиком быстро Сету Роллинсу съездим. Проигрываем мы по дисквалификации. Моя это ошибка. Нормально так зафейлился. Ну, зато стул ему съездили. Это я ему отомстил за прошлый выход, когда он нас, помните, стулом мордовал. А, кстати говоря, кто стул подкинул, я не помню. По-моему, Лана. По-моему, Лана подкинула стул. Ну, сейчас посмотрим, что нас ждет дальше. Очередной раф. И там нас ждет... Так, понятно. С этим Роллинсом у нас теперь никакие отношения. Ага, ага. Следующий у нас Extreme Rules будет. Так что, друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока.